Ми продовжимо програму «Новий день» на телеканалі «Миколаїв». Отже, бачимо, можливості та умови проживання у кожного з нас різні. Але, турбуючись про тепло в своїй оселі, хочеться, щоб було не тільки тепло, але й екологічно, чисто і нешкідливо для здоров'я. Отже, саме обговорити цю проблему ми і запросили нашого експерта з енергоефективності Дмитра Канарського. Доброго ранку. Отже, наскільки опалення в оселі може бути енергоефективним? Що можна про це з цієї теми сказати взагалі? Перше, що я хочу сказати, це то, откуда ця вся проблема взялась. Вот я вам, телезрителям уважаем, хочу задать вопрос. Вам тепло было прошлой зимой? То есть, и второй вопрос, сколько вы денег на это потратили? Дорого это было вам? По-своему. Бачите, мы чули відповіді, хтось платив дуже дорого, а хтось менш дорого. Да, у когось в оселі було 10-13 градусів, а хтось відкривав вікна. Как правило, люди жертвуют комфортом для того, чтобы сэкономить какие-то деньги, потому что им важнее действительно сейчас поесть, чем быть в тепле. При централізованому опаленні це якось важко зробити, вже як дають, так і дають. Да, вот в этом проблема. И как для меня, как для человека, который этим занимается, этим вопросом, я пытаюсь внедрять эти технологии, я обратил внимание, что это настолько важная, действительно важная проблема, почему-то замалчивается со стороны вот тех людей, которые о нас должны заботиться, ну как должны, они так сказали, что они хотят о нас заботиться, это наша власть, и никаким образом эта проблема на самом деле вообще не решается никем, ни на каких уровнях. Вот тут влада також винна. Ну, как вам сказать, в данном случае абсолютно да. И поэтому появилось много бизнесменов, которые этим вопросом занялись самостоятельно, потому что если у вас есть ваш какой-то, ну скажем, там бизнес-центр большой, крупный, и его отапливать газом ну, совсем невыгодно, и, соответственно, уже люди не могут платить за аренду, то и не дуже и хочется газом упаливать, человек, так? Да, человек сам определяет уже свою судьбу, и в этом случае, к сожалению, у нас государство гораздо инертнее, то есть у нас власть, у нас решает вопросы, ну, городская власть, решает вопросы будок, бордов и мусора, которые на самом деле, ну, я бы не назвал актуальными перед зимой, на самом деле. Они, ну, для людей, там, может быть, это как, ну, знаете, популярные вопросы. Это популизм, да, я бы назвал. А это действительно важный вопрос, поэтому, ну, как вам сказать, внедрять это нужно просто было вчера. И, к сожалению, это ничего. Позавчора. Да. И еще ничего не сделано. А как можно от на маленькому прикладі, наприклад, держави, бо кожна родина, кожна оселя це, можливо, така мікродержава, так? Можна якось вирішувати, які технічні засоби сучасні є для цього? Ну, смотрите, що можна сказати по отопленню? В некоторое время назад, это издание у нас пришел этот опыт, научились делать пелеты. Это гранулы топливные. Почему гранулы лучше, чем просто обычное топливо? Тем, что можно автоматизировать процесс подачи. Потому что человеческий труд, он совершенно не обязательно его использовать в таких вещах, как отопление. То есть не нужно забрасывать в топку, открывать, закрывать. То есть мы теряем тепло постоянно при этом. Поэтому люди придумали способ подачи вот этих вот маленьких топливных гранул. И у нас есть рояль у кущах. Так, хоба, и появляется в нашей студии такой чарівний мішечок. Хоба. Да, я как раз принес показать пилеты, как они выглядят. Это... Разбиглися. Да, обратите внимание, в чем их огромный плюс, это в том, что пахнуть. В том, что это абсолютно экологически чистый продукт. То есть это просто наша солома, собранная в поле в Николаевской области. Звичайна солома, абсолютно обыкновенная, причем когда она прессуется, нагретая прессуется, то она выделяет самоклей, таким образом здесь абсолютно 100% соломы, собранной в поле. Чем это хорошо? Тем, что это топливо по своей теплоемкости, по теплотворности, оно заменяет вот 2 килограмма вот таких вот пеллет, заменяют 1 кубометр газа.
Соответственно, при... А що до дров, що ви скажете? Якщо може людина піти нарубати десь дрова в посадці безкоштовно? Чоловік, треба... да, естественно, безплатні дрова в посадці гораздо дешевле. У них є один мінус, один огромний мінус. Ми подсчитывали со специалистами, около 3 лет нам осталось при вот таком потреблении и вырубке этих посадок, чтобы они вообще существовали у нас. Дело в том, что Николаевская область – это степь. В степи нету деревьев. Все деревья, которые вы здесь видите, это искусственное насаждение в полях для того, чтобы избежать эрозии почв, ветром, там, дождем и так далее. Поэтому, если эти посадки вырубать, а это люди делают, то через 3 года у нас не будет сельского хозяйства, потому что эти поля испортятся. А щодо вугілля? Що дешевше? Ось ці пелети чи вугілля? Дешевле эти пелеты, потому что их теплотворная способность не настолько ниже, насколько ниже их цена по сравнению с углем. Но огромное тоже преимущество вот этого, то что это возобновляемый ресурс. Мы это вырастим и в следующем году. Уголь – это тот ресурс, который мы достали, и его там больше не будет. В Европе огромное значение придают именно возобновляемым ресурсам, потому что очень важно, чтобы выбросы CO2 в атмосферу не увеличивались. Вот с помощью вот такого топлива мы их не увеличиваем. Потому ну, что... мабуть, дістати вугілля, особливо зараз, это всю жизнь была дотационная отрасль. Вы же знаете, да, еще в начале 90-х шахтеры ехали в Киев стучать касками, потому что уже тогда этих денег, которые они сами себе зарабатывали, не хватало. Потому что это действительно очень опасная, трудоемкая работа. И вы же понимаете, что проехаться по полю трактором и потом засыпать это все в установку, которая сделает пилеты, гораздо проще. Вот наскільки цього мішечка вистачить? Ну, в зависимости от мощности, то есть на котел, который будет вашу студию отапливать, вот этого мешка должно хватить на сутки, как минимум. Что, справді? Да. А скільки він коштує? Килограмм вот этого топлива, ну конкретно вот этого, стоит 2 гривны. А вообще пилеты... Треба генеральному нашему сказать. Ну да, я ему уже говорил. Мало. Да, да. Дело в том, что их можно изготавливать из разного сырья. В Николаевской области у нас большое количество зерновых, большое количество... подсолнуха. К сожалению, из подсолнечника вот эти же пеллеты, они гораздо более калорийные, но у них есть один нюанс, они очень сильно портят тот котел, в котором они горят, потому что маслянистость у топлива высокая. Поэтому лучше их не использовать. А сильно они дымлять? Бо мы тут классно очень... будем гриться, а десь будет середовище забруднюватися. Дело в том, что зольность у этого типа топлива очень низкая, и есть уже в Николаевской области производители котлов, которые разработаны вот исключительно под это топливо, которые умеют его жечь правильно. То есть, чтобы оно не превращалось в стекло, если вы видели когда-нибудь угольный шлак, как он выглядит, это просто огромные куски стекла вот такие, то из этих, это топливо в определенных котлах сгорает так, что зола просто вот в труху превращается. И, соответственно, дым там минимальное его количество. Вот тут потрібно, мабуть, сказати, що їм потрібен необхідний свій котел. Якщо у людини якийсь встановлений котел, то їй треба переобладнувати. Да. Дело в том, что это топливо пожаробезопасное в том плане, что оно не горит без наддува. То есть его нужно каким-то определенным образом подавать туда воздух, наддув в котле. Соответственно, котел должен быть специализированный. Не всякие котлы могут жечь именно вот такой тип топлива. Но, опять же, напомню, что есть уже у нас в нашем городе организация, которая умеет делать этот комплекс. То есть есть уже существует решение. Тобто, и котел, звичайний, и топливо. Звичайний котел, який, наприклад, або груба, где опаливается дровами або вугілям, она не подходит для этого. Они не будут гореть. Они просто вот котел, специальный котел твердотопливный вот под эти пеллеты, если его не трогать, если все выключить, он просто потухнет. Если там, вот, например, газовый оставить без присмотра, то неизвестно, что может произойти, потому что это очень взрывоопасный объект. Это же более безопасное, и, соответственно, в обычной печке вот такое топливо не горит. А насколько цена такого котла можно співпадати із ціною звичайного газового? Ну, який вот дорожче? Я сталкивался, ну опять же, это же зависит от производителя, и я сталкивался с людьми, которые говорили, что вот котлы под именно вот этот тип топлива значительно дешевле.
Почему они на самом деле дешевле? Потому что они делаются здесь. Технология изготовления котла для вот такого вида топлива, она достаточно простая, и все, что нужно, это качественные материалы и голова для изготовителя. У нас уже в Николаеве такое есть. И, скажем, качественный газовый котел мы вот в Николаевской области не в состоянии произвести пока что, и поэтому, собственно, он будет дороже точно. Плюс вы за имя платите, плюс за большую часть денег вы заплатите за регистрацию этого котла за, ну, там, в Николаевгазе и так далее. Вот это удовольствие все стоит ничего, потому что у нас законы так сделаны, что есть понятие топочное, есть понятие котельное. Котельное – это от 200 кВт мощности. Это достаточно много, то есть вряд ли есть такие частные дома, в которых нужно уже устанавливать котельную, которая является по государственным нормам, ну, объектом повышенной опасности. А топочное – это то, что просто ставится, и все, никаких там документов, ничего не надо, и поэтому это еще дешевле с этой точки зрения, с точки зрения регистрации. Звичайно, тут еще один плюс. А скажите, чему же такая непоганая пропозиция, еще и сколько людей могли бы на этом заработать, сколько бы людей могли отримати рабочие места на вироблені ось цих пелетів, на вироблені котлів для них, на встановлені, що не пішов проект, як ви хотіли його втілити в життя? Идет, он сейчас в стадии подъема, и у нас дело в том, что достаточно инертное государство, у нас люди привыкли больше ныть, чем что-то делать, и так вышло, что... Здесь в дитячих закладах можно было, правда? Это нужно было, так вышло, что действительно я потратил лето на то, чтобы с нашими властями городскими договориться об использовании вот такого типа топлива в детских садах, в которых до сих пор, представьте себе, топится углем. Это в городе, это в нашем городе такое происходит. И у нас есть также газовые котельные, которые находятся в подвалах школ, что, ну, абсолютно запрещено вообще, потому что это взрывоопасный объект. Вот представьте себе, у вас ребенок ходит в школу, и он у него в подвале газовый котел. Вот, тем не менее, причем этот газовый котел там 47-го года выпуска. В каком он состоянии, ну, неизвестно. Я сподіваюся, що зараз, можливо, саме після цієї програми і наша влада ще раз замислиться про такі чудові можливості. І, можливо, хтось із громадян, із місць поза містом, так, в селах, замислиться і подумає саме про такий екологічно чистий і місцевий вид, і недорогий вид опалення. Ми дякуємо, бажаємо вам успіху. Дякую.